Всех приветствуем на берегу Черного моря в Одессе. Заканчивается март, начинается апрель. Очень ответственный месяц для нас с Владимиром. Мы хотим написать три прекрасные композиции по поводу архитектурного пейзажа. Лестница в небо, будет триптих. И мы должны к нему хорошо подготовиться, здоровыми, энергетичными, счастливыми подойти к этим картинам. Надеюсь, что вы с нами. И еще одно упражнение для здоровья. Наше тело имеет... Сейчас скажу, как она называется. Так, лимфосистема. О, лимфосистема, которая, если будет правильно работать, она нам сохранит здоровье на долгие-долгие годы. Показываю упражнение. Конечно же, это упражнение Сюэмин Тан нам дал. Наш гранд-мастер Цигун. Я с вами делюсь. Первое. Простукиваем 200 раз верхушечку головы. 200 раз легонечко. Потом 200 раз нефритовая плата. Вот здесь, сзади. Потом 200 раз капюшонную мышцу с одной стороны. Легко и просто, как вы выбиваете коврик. 200 раз с другой стороны. Если трудно по 200 раз делать, делайте по 100 раз. Будет как бы так легче. Потом, извините, некрасивое, но полезное, простукиваем. Тыльную сторону локтя. Прямо можно до синяков здесь. По 200 раз. Вторую рученьку. Это наши руки, это наши помощники в том, чтобы написать картины. Запястье. 200 раз одну руку. 200 раз вторую руку. Давай, Вовочка, ниже. Под коленками 200 раз. Коленки 200 раз. И последнее, видите, плюсно 200 раз. Сидя. Одну 200 раз. Другую. Это упражнение делать один раз в сутки. Не усердствуйте сильно. Главное, чтобы вам было приятно, и вы почувствуете прилив сил. Вы почувствуете, как ваша лимфа начала обслуживать все-все закуточки вашего тела, и все начнет действовать правильно. И вы будете себя чувствовать, как вот на 18 лет. Люблю, целую. Ладно.